Всем привет, ребятки, с вами снова Немезис. Ну что же, это у нас уже 72-я серия прохождения ПГ с нуля на новичковом аккаунте. Ну что же, мы с вами продолжаем играть и прокачивать нашего персонажа. Сегодня, как вы поняли по названию, наконец-таки я решаюсь купить пушку за купоны, за 1000 купонов. Да, блин, что-то я как-то одно время и забыл, то есть сделал там видео. А потом я вдруг вспоминаю, что... Я же просил вас написать, какую мне стоит, пушку купить. И вот, сейчас я зашел как раз в комментарии и буду с вами вместе читать и что-нибудь выбирать. Если что, я требовал это написать видео про огненный шар, которое вышло еще в прошлом году, то есть в декабре 2023 года. И вы мне там, в принципе, написали. Сегодня я попробую что-нибудь выбрать. У меня вот как раз, если зайти... У вас там не видно, 1200 купонов, да, вот насчет вебки, может быть, стоит будет передвинуть, может быть, чуть-чуть ниже, чтобы там валюта была видна, возможно, так сделаю. Я там немножко настройки делаю, как раз-таки в программе, которую я снимаю, потому что я еще на второй канал снимаю игры, и у меня получается, что там звуки менять немножко нужно, и все дела, здесь тонкая такая настройка, вот, поэтому немножечко тут я сдвину, чтобы вам было видно валюту мою. Вот. Слева дело, там килчат. То есть снизу тоже там не вариант, некрасиво будет. Я примерно знаю, как сделать, поэтому, в принципе, мы этим... Я, вернее, это займусь. Может быть, даже после этого видео. Ну, короче, если что, у меня там 1200 купонов. Есть, как бы, вариант что-то купить. Вот даже аниме-косу могу взять сейчас и купить. То есть, в принципе, но я не дурак. Я думаю, надо что-нибудь получше взять. Поэтому мы с вами переходим к комментариям и... Тут, правда, не все написали, тут есть и разные комментарии. Вот пишут, целым имба, но думаю, лучше любовная... А, это нет, это нифига, это бомб пишет, я думаю, он мне что-то предложил. А вот ниже, возьми лазерную пушку или багованный автомат. Так это же не за купоны. Лазерная пушка, она же вроде это... Странно, ладно. Хорошо. Из автоматов я посоветовал Слейпнер. О, кстати, в предыдущем видео чувак со Слейпнером наебал, когда мы делали с вами таск-задание или карту души меча. Спасибо за ролик, не за что. Так, насчет 1000 купонов советую купить Курбабах. О, тут Курбабах советует купить, да? То, что, в принципе, я в своем видео про 1000 купонов. Ну, блин, ну я же не дурак, блин, взять смотреть свое видео. Я, если что, не матерился. Запись. Я на всякий случай говорю. Нет, я не оправдываюсь, ничего там не было. Вот, я говорю, что я не дурак смотреть свое видео, если я вас попросил написать. Вот что хотел сказать. Бери подлый пистолет. Солнечная пушка. Ну да, я там говорил, что солнечная пушка, но это не за купоны. Кислотный дробовик. Пластиковый карабин. Что еще тут советуют? Угу. Курбабах, кислотный викинг, перчатка земли, пиксель кола освежитель, АЧВ, экзоскелет снайпера, преобразователь земли, колу, лазерный цикл, ловца демонов. Угу. И меня теперь спрашивают, какую снайпу купить за 1000 купонов. Кислотный дробовик или викинга, золотой друг, викинг... Ну, короче, блин, мнения разделились. Мнения разделились. Очень было много на викинг, на кислотный. Но никто не писал про систему. В принципе, у меня огненный шар есть, да? Я буду исходить из того, что мне нужно... Да, кстати, автомат бы стоит поменять. У меня там метатель колов, не самая лучшая штука. Но у меня была мысль купить этого... Королевского воина, он офигенный автомат. Я не очень хотел дробовики, но тут смотрите, ребятки, есть вот такая тема. Есть же такая тема. Нет, такую тему я не буду покупать. Есть вот такая тема, экзоскелетики. Ну, кстати, неплохая тема, если бы взять вот эту штуку. Вот эту штуку. Вот, 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 королевский воин. Викинг, да? Ну, мне не очень хочется дробовик, понимаете? Мне не очень хочется играть с дробовиком. Мне бы хотелось автомат. Какой-нибудь хороший Слейпнер. Может быть, реально Слейпнера взять?
Еще найти, тут столько пушек, блин. Надо какой-нибудь поиск сделать, слейпнер. И он берет и пишет на слейпнер мне. Тут, представляете, вот это все искать. Я новичку, которого столько пушек вот ему показывается. А, иди найди, называется. Так, они же еще и добавляются. Самый прикол. Слейпнер, где же тебя найти? Где-то здесь должен быть, да? Вот, я по обновам вспоминаю, вот он. Ну что, ребятки, вы мне советовали взять слейпнер, поэтому я вас прислушаюсь. Викинга, я опять же говорю, я не хочу дробовик, я хочу какой-то автомат. Поэтому сегодня у нас будет с вами на тесте слейпнер. Все, первая пушка за купоны на этом аккаунте у нас приобретена. Это слейпнер, очень красивый, очень мощный автомат. Да, ребятки, опять же повторяюсь, в предыдущем ролике про то, как я выполнял задание из этого задачника, чувак там со слейпнером стилил мои киллы, которые пытался лазерными бластерами набить. Вот, поэтому сегодня этим чуваком должен быть я, ребятки. Все, погнали читать статы. Метатель колов, иди нафиг. Да, вот, заманивает, чтобы я это взял. Ага, сейчас. Супер сундук открой, получи, еще получи, да, а потом уже будешь радоваться. Не... Слейпнер, ребятки. Ну, как бы я доволен. Мне вот, да, писали, чтобы я багованный автомат купил или лазерную пушку, которая, кстати, есть. Но это неплохо, но хотелось бы вот как раз за купоны. Тем более автомат получше их должен быть. Ну, вроде... получше, да. Я снимаю, если что, сразу после предыдущего видео. Мне до сих пор еще с горлом немножечко проблема есть. Но вроде на записи это... не отражается на голосе, так что просто иногда бывают такие вот откашливания, я не знаю, как сказать. Короче, читаем статы и идем тестить слейпнер. Основа мифическая. Авто сквозь врагов и замедляет цель. Темп стрельбы 98, вместимость 35 и подвижность 55. Блин, характеристики не самые мощные, но, ребятки, урон здесь офигенский должен быть, поэтому замедляет цель, соответственно, будет становиться проще убивать. Сквозь врагов тоже неплохо на толпу. Мне не очень нравится подвижка. И вместимость маловато, да? Ну, ничего. Есть прицел вроде как, да? Главное, чтобы прицел был. Но вроде он там есть, насколько я помню. Поэтому берем модули. Уменьшение перезарядки и разброса. Очень хорошие модули. И погнали тестить. Вот так вот стреляет. В принципе, у меня вроде, кстати, обзора на это не было. По-моему, я не помню, что у меня был обзор на слейпнер. Игра такая. Нет, не пойдешь тестить. Нет, пойду, не. Все. А что здесь? А, новый левел же. Да, ребятки, а что нам стало доступно? Заряжающаяся, кстати, на новичковых уровнях должна быть неплохой. И, ну, это не очень. Так, и тут у нас что-то выбил. А у нас же еще, кстати, есть автомат за детали. Вот, я забыл, кстати, про него. Но ничего, слейпнер вроде как получше. Все, погнали тестить, наконец-таки. Пойдем мы на райский уголок, потому что карта просторная, автоматом будет легко убивать. Правильно? Правильно. Все, let's go. Let's go. Слейпнер, давай. 1000 купонов, это тебе не хухры-мухры. Подвижка сразу чувствуется. Да, прицел как у этого нейтронного пульсатора. Неплохо. Так, а у него тут мощный снайперка. Мощный снайперка. Блин, я думал, у него адамантовый шлем. Капец, подвижка хромает. Просто сравните. Чувствуется. 55 это прям мало. Очень тяжелый автомат, да? Ну давай, ты должен нагибать тут вообще не по-детски. Так. Блин, так и думал, что не успею. На них все прячутся, гады. Так. Прицел удобный, кстати, мне нравится этот прицел. Так. О, ты меня еще не ваншотнул своей этой штукой? Пипец. Почему? Пандора, слава богу, что не против меня. Так, успею ли я вытянуть? Большой-большой секрет. Нет.
в голову попал. Вот они все снайперы, а? Вот я взял автомат, они берут и не идут. Смотрите, все с... А, нет. Этот с плазменной фигней. Это у меня, да, там? А, он заклинанием этого, ударом молнии. Так. Подвижка прям вообще, как же непривычно. Один килл не успел. Но, 12. В принципе, неплохо, да? Опять же, повторяюсь, подвижка прям чувствуется, что я как робот хожу. Вот как в роботе хожу, да-да. Так. Вот с бунтарем писячий. А, только на просторной карте. То есть, не как на пати в бассейне в предыдущем видео. Так. Так, куда ты побежал? Ну, слушайте, я, в принципе, доволен покупкой. Слейпнер. Это, по-моему, кстати, вторая мифическая пушка у меня. На этом аккаунте. Так, а кто у нас есть? А? Нет, меня не спрячешься. Он со своим носорогом. Это чё? О, это имбовый дробаш, кстати говоря. Он успел... Ага. Защитился. Ну, конечно, не выжил, но смог прожить и нанести урон за счет робота. То есть, в принципе... Опять лазерный бластер. Вы чё все с лазерными бластерами-то стали играть? Это вообще была непопулярная пушка. А потому что за счет меня ее бафнули, я написал. И все стали использовать. О, смотрите. Еще и вынес. Так, этот, ну далеко он, далеко. Я его не убью так. Так, нормально. Это кто? А, носорог, говорю, это мамонт. Носорог это дробовик. Господи, все. Это мамонт. Так, ну если он меня сейчас будет лазерными бластерами, я быстро отлечу. Я только хотел гранату бросить. Они так медленно двигаются, что я бы, скорее всего, попал. Так, снайпер. Иди. Еще и меня, да? Так. Вот подвижка прям очень-очень неприятна. Что такая маленькая. Прям вообще неприятно. Чувствую себя как в роботе. И меня легко попасть. У меня броня не стальная. И не это... Безусловная. То есть я не бронированный. Это что ж... Только не декоратор. Откуда у вас такие пушки, блин? И опять игра. Чё-то... Я не понимаю, почему. Так, давай. Только мне киллы верни, пожалуйста. Все, слава богу. Это снайпер. Так, фигу тебе с маслом. Ну да, снайперов, конечно, тяжеловато. Ага. Надо было робота включить. Чувствовал, надо было включить робота. Блин, он хрен знает где. Еще пометки ставят, да? Ага. Как? Я в роботе был. Чё опять за несинхроны? Все со снайперками играют. Ну что это такое? Как назло мне сделали, а? Мизерные такие. Это со своими бластерами там. Прыжок у меня фиговый. Все не то, блин. Зато урон мощный. Ха. С деревьями. Вот кто это сделал? Кто? Кто меня поджег? Интересно. А-а-а. Нет, это нифига не ты. Да как? Вот сейчас я не понял. Слышь ты. Снайпер долбанный. Ну меня бесит снайпер. Мы не выиграем нифига из-за них. Блин. А что? Почему такие бластеры у него мощные? Чё за фигня? Он меня просто... Это нечестно. Вот это вообще нечестный матч. Какого фига? Я еще и один играл, да? То есть... Блин, ну вот видите, если бы я двигался, как этот сплинтер, может быть, у нас был бы шанс выиграть. И опять этот снайпер против меня играет. Ну почему? Он меня бесит.
У меня не такая хорошая подвижка, чтобы не уворачиваться. Зато хороший урон, да, скажете? Ну. Не, ну он мощный, видно, он мощный. Но проблемы сразу ощущаются. Вот в подвижке просто невозможно двигаться. Почему все снайперы против меня играют? Почему они не со мной? Игра. Вот как я должен его выносить с такой маленькой точкой? А, со мной еще и бот. То есть у меня даже команды нет, да? Игра, ты смеешься? Да, но я не настолько скилловый, чтобы их убивать. Ну, блин, за деревьями. Ну, вот как я должен его убивать? Бот, стой на месте и не двигайся просто. Ты дурачок. Тебя сейчас порвут на щепки. Тихо. О, у нас игрок зашел. Правда, не с очень приличным ником. Так, слушайте, что-то получается. Ну, блин, я просто... Мне очень потно. Я не могу с такой подвижкой играть. Мне очень... И прыжок ужасный. То есть тут даже прыжок плохой. Прикиньте еще, если бы с не даблджампом играть. Но они все прячутся. Вот как я должен их убивать, гады? А это какой-то нуп еще играет. А ты сквозь стену не бьешь все равно. Фу, бурильный рельсотрон. Ну, хоть пушка мощная. Ладно, надежда есть. Ну, зашибись, два снайпера. Я не подлететь, ничего не могу с ними сделать. Блин, я думал, я попал, а? Ты говнюк. Снайперы долбанные, не подлететь, ничего не сделать. Это очень сложно. Одни снайперы играют, мне это бесит уже. И прячутся все говнюки. Я не могу нормально двигаться. Мне это раздражает. Так, пока у меня неуязвимость. Надо как-то их обойти. А как это сделать-то, а? Чтоб поближе они хотя бы были. Ты посмотри, а я не успеваю, я не могу ни передвинуться, ничего. Слушайте, я зачем купил эту пушку? Чтобы бомбить? Сейчас попробуем на другую карту. А, патрон еще мало. Слушайте, все плохо. Ты посмотри, я не могу ничего сделать. Я не могу вас убить нормально, я сейчас снайпу возьму сам. Но не очень далеко. Именно в меня надо стрелять. Потому что я плохо двигаюсь. Так, игроки какие-то зашли. Снайпер долбанный, ты меня бесишь. Да ты сдох уже. Нечестно. Убирай килл, ты сдох. Только попробуй. Да посмотри, а я не могу с этими снайперами. Я не могу. Очень маленькие точки. Я еще и не сдох. Пошел в жопу. Слушайте, меня бомбит реально. Извините. Да это нереально. Ну нереально с такими играть. Ну как я должен снайперов убивать маленький один? 23. Видите, да, проблема этого автомата? И что, опять они все против меня играют? Слушайте, я ни один матч еще не выиграл. Все проблемы сразу показались, да? Давайте на тесную. Я не могу, слушайте. Если там одни снайперы играют, как я должен? У меня присоски нет, чтобы поближе к ним. Я бы сейчас присасывался, и фигу бы они в меня попадали. А тут боты. Зачем я купил этот автомат? Зачем я вас послушал? Не, он очень мощный, я не спорю. Но, блин, ну все проблемы сразу наружу. Ну где игроки-то? Офигеть. Эта серия должна быть радостной. Почему она получается бомбящая, я не понимаю. Но я сейчас опять сюда зайду, тут опять эти будут. Я недоволен матчами. Я очень недоволен матчами. Конечно, пушка показала себя, киллов много, но насколько, чего мне это стоило? С моей подвижкой нереальной просто.
Ну нет, ну просто я не могу нормально двигаться, меня это бесит. Я ною, реально. Ну, видите, какие проблемы. Тяжело играется. У меня просто... Когда я плохо двигаюсь, мне это на нервы действует. Пушка Теслы, нифига себе. Ну просто вот как робот. Вот хоть в роботе играй все время. То же самое. В голову надо. От робота подвижка вообще не отличается. То есть уязвимость офигеть какая. Особенно если какой-нибудь спамер или снайпер. Я набиваю, я не спорю. Но я не чувствую себя прям хорошо. Я чувствую себя очень уязвимым. Я чувствую, что меня изи убить. А когда я это чувствую, мне неприятно. Просто... Он даже толком не включил свой реструктизатор, и меня просто вынес. А, что, не дотягивается луч-то? Ну, блин, ну посмотрите, урон офигенный. И патрон очень мало. Я не спорю, я как танк с этим автоматом. Но я не могу привыкнуть к такому типу оружию. У меня все автоматы, с которыми я играю, они послабее. Ну, они с нормальной подвижкой. А это очень неудобно. О, с метателем колов. Генри. Ну давай, Генри. Фух. Не чувствую себя как в своей тарелке. Я не знаю, мне не очень нравится этот автомат. Вы меня простите, но это не мой тип автоматов. Это вообще не мой тип автоматов. Я не чувствую себя как-то... Ну, 17, хорошо, до хрена набил. Ну, толку-то я... Я не чувствую себя как-то вот... В каком-то таком состоянии. Я не знаю, как это объяснить. В нормальном состоянии себя не чувствую. Ну давайте, я все-таки хочу классический бассейн. Давайте последний матч. И я все-таки потом эту пушку сменю. Я не могу. Ну не могу я с таким типом оружия играть. Ну не мое. Ну тут боты одни, видите. Я не понимаю, там столько онлайн и одни боты. Давайте арабскую пыль. 100 лет не играл. О. Тут хотя бы снайперов не будет. Ну да, я этих снайперов выносил. Мне не повезло с Тимой. Ну вы видели, как я бомбил? Потому что я бомбил то, что двигаюсь плохо. Я не могу не притянуться, не увернуться от их выстрелов. Я ничего не могу сделать. Я просто как танк бегаю. Матвей, привет. Ни хрена себе, это меня эта ядовитая штука чуть не убила. Вот какой-то... Какие-то новички здесь играют, блин. А, это вот он меня, нифига себе. Это он своей шипучкой. Ну, блин, ну я танк, хорошо. Еще бы броню мощную. Блин, меня заблокировали робота моего. Блин, одни демоны летают, что ж такое-то? Вы смеетесь? Так... Черная дыра, ну ё-моё. Давай. Ну блин, машина для убийств, да, я согласен, смотрите, троих. Несмотря на то, что я уязвим, я убиваю дофига. Ну блин, меня это все равно бесит, я не могу не увернуться, ничего, я уже какой раз это повторяю. И это реально раздражает. О, у него заморозка цели была. Давай, добей его. Молодец. Нифига себе, броню-то навкрафтил. Блин, горло, давай, не подводи меня. Он меня подстрекателем ваншотит. Матвей, ты вообще нормальный? Почему ты меня ваншотишь с подстрекателем? Потому что у меня броня слабая, у него уровень отстает. Что за
Что, что, что? Я танк. Ты, блин, там этот снайпер все пытается сквозь стену. Так. Я надеюсь, это поможет. Давайте, выходите. Нам щит поставили. Ты посмотри, а? Не выходит. Не, я не пойду. У меня защита есть. Дополнительная. Для меня-то. Уязвимого. Ну давайте, идите сюда, гады. Блин, зря только стоял, да? Никто не пошел. А, щит закончился, они пошли. Гениально просто. Просто, блин. Охотник. Это что, питомца вырубил гранатой? Вот видите, пока я иду, у нас плохой счет. То есть вместо того, чтобы быстренько прийти... Отходим. Нафиг, нафиг, нафиг. Сейчас я как танк сюда приду. Только не черная дыра. Есть. Тихо, тихо, тихо. Согласен. Фрагов много. Фрагов много, но... Я на нервах играю, понимаете? Я не чувствую себя спокойно. И вот это вся проблема. Ну давайте, ладно, ладно. Такое все-таки 1000 купонов. Нужно же сочный ролик сделать. Давайте последний матч. Final тест. Ну вроде я танк, да? У меня пушка мощная. Но меня просто ваншотят. У меня нету этого, защиты. Блин, горло подводит. Ну ё-моё. Грунт. Ну, блин, машина для убийств. Сколько убиваю. Что ж такое горло? Ну, нет. Кошмар. Давай, давай, давай. Тут прятаться и выстреливать, да? Freedom Fighter, ну... Да кто там все пытается сквозь стену убить-то, а? Иди отсюда, уйди, не мешайся вообще. Ты, патроны кончились. О, сейчас нормально. Сейчас подвижка, все неплохо. О, патроны. Давай. Есть. Много, много набиваю, согласен. Круто, да? Все равно, как бы, пушка крутая. Но, блин, это не мое, ребят. Простите, но это не мое. Это нифига не мое. Когда я не могу нормально двигаться, это все. Я даже броню на основном аккаунте сменил на ту, где подвижка больше. Девелопера броню поставил. А. Ну что? Будем заканчивать? Что это такое? Ну что это такое? Ну вот играю. Ладно, будем заканчивать. Ребятки, если вам понравилось это видео, вот, сейчас будем итоги делать. Игра что-то все время меня на загрузку тянет. Наверное, надо заканчивать реально. Что могу сказать? Слейпнир. Если кому не очень интересно геймплей смотреть. Блин, очень мощная пушка. Но я не могу с такой играть. Я не могу с этой подвижностью. Я не могу с этим прыжком. И вместимость маловато. И это все. Я чувствую себя уязвимым и не в своей тарелке. Вот. Я хожу как танк. То есть я хожу, выстреливаю и убиваю. Но, когда я чувствую, что не могу увернуться, все. Я начинаю бомбить, меня это раздражает. Это не моя пушка. Это не моя пушка, поэтому... Вот я ее, конечно, оставлю пока что. Пока у меня никакой замены нет. Может быть, реально надо было. Вот, подвижность 85. Ну, урон меньше будет. Ну и что, блин, зато подвижка лучше. Понимаете? То есть, как бы... Вот этим я играю. Я чувствую вот с этими автоматами вот хорошо. Но вот с этим с 55 не могу. Не могу, не мое. Поэтому лучше бы, наверное, что-нибудь другое, да, себе взял. Получается, на смарку. Ну, вот Казанова. А, ребятки, если вам понравилось это видео, обязательно ставим лайки, подписываемся на канал. С вами был, как обычно, Немезис. Всем удачи, ребятки, и всем пока-пока.